Всем приветик, ребята! Сегодня у меня лосось, кусок лосося. Господи, он так пахнет через пакет, что я готова съесть его свежим, без всего. Мы сегодня сделаем обзор на этот лосось, я вам расскажу все, что знаю про этот лосось, и расскажу, как я буду его готовить. Короче, это лосось называется лосось атлантический, филе на коже. Вот видите, у него с другой стороны чешуя. И вот, собственно, филе. Лосось изготовлена... Короче, приехала с Карьерских островов. Карьерских островов в Англии. И пахнет так вкусно, что... Короче, что могу сказать? Продается в Ашане. Цена у него 1300 рублей за килограмм. И... Там продается два типа лосося. Я уже рассказывала в прошлом видео, расскажу еще раз, что есть лосось вот такой, который охлажденный, а есть лосось замороженный. Замороженный, безусловно, дешевле. Вот, и лосось продается тоже в разных видах. Продается филе без кожи, филе с кожей, кусочки, ведь эти медальоны. Продаются нарубленное мелкое филе, короче, то, что вам нужно. Вот, что касается конкретно вот такого филе на коже, мы уже не первый раз его берем, поэтому я могу так сказать, что, во-первых, если вы будете готовить его моим методом, я расскажу в следующем видео, как именно, то вам не нужно его очищать. Некоторые люди совершенно думают, ой, как это сложно почистить от кожи, вообще не надо его чистить, приготовьте. Вот, и второй момент, что касается костей. Конечно, в зависимости от того, какую часть вы возьмете этого филе, то... Сейчас я давайте достану из пакета, а то что я вам через пакет показываю. В общем, если вы возьмете ближе к хвосту, то костей будет чуть-чуть больше. Если вы возьмете центральную часть, то костей будет, практически не будет. Хотя эта штука называется филе. Многие люди думают, что в этом филе вообще нет костей. Ну, знаете, как бы, типа, филе обычно без костей. Но... Имейте в виду, что филе вот такого типа, сейчас я вам его покажу без пакета. Короче, филе вот такого типа, оно продается с небольшим количеством крупных костей. То есть, вот смотрите, я вам показываю вот эти вот кости, вот они. Они крупные, и они идут как бы вот вдоль хребта. Соответственно, когда вы его приготовите... Вам нужно будет руками, или каким-то прибором достать крупные кости, и уже тогда оно будет совершенно без костей. Поэтому прежде чем его резать в салат, или там, если собираетесь как-то его таким использовать, то обязательно нужно очистить от крупных костей. Вот, с другой стороны идет чешуя, эта рыба не очищена от чешуи. И опять же, если вы собираетесь что-то как-то ее готовить, то придется почистить. Запах. Такой вкусненький запах, правда, хочется откусить и съесть. Немножко пахнет таким, знаете, чуть-чуть таким подкопченый запах, но еле-еле. Ну, короче, очень вкусно пахнет. Прям приятно-приятно. Сумасшедший вкусный запах. Вот, и главное, что я, когда готовлю эту рыбу, я ее совершенно не чищу, не отрезаю никак, просто в мультиварке готовлю. Вот, как готовить лосось, я сделала отдельное видео на нашем канале Easy Learn, смотри, учись, видеоинструкция. Вот, и хочу еще такой важный момент сказать, что если у вас слабый желудок, и вы очень восприимчивы к разным там, не знаю, специям, к сырому мясу, рыбе и прочее, то я вам советую эту рыбу дополнительно прожаривать. Мы готовим ее на пару, затем ее можно еще прожарить, чтобы она прям весь сок как бы из натуральной рыбы ушел и осталось мясо. Вот. Очень вкусная штука. Всем приятного аппетита и до скорых встреч. Увидимся уже в следующем видео. Пока! Как бы это сделать?